Анюбис. А что тебе не нравится в осаде? Не хочу я с осаду. Да ладно тебе. 100 халявной благосклонности. Ну да, у меня и так 10-200. Ну это у тебя, у меня нету. Я просрал все на Нигура. У меня теперь нету ничего. Что наш этот Dream Crush? Люцифер вообще ебанулся. Немного не в адеквате, парень. А это ты делаешь? Зато я думал, кто тут. Кто тут еще не в адеквате? Синий, желтый, синий, желтый. Да, да, да. Это не синий, это скорее синий-фиолетовый. Да. Файн. О, какой Гирку. А, был, короче, Геркулес странный. У него, короче, такая голова маленькая, он пищал. Это ж мы с тобой играли. Это ты был, ты тоже тогда? Да. С Геркулесом маленьким, мы еще ржали с тобой на нем. Да, он. Я на Кале, по-моему, катал, да? Да. Ну, Кале, блин, для такой нервный персонаж, мне. Он у него Геркулес прикольный. Тоже. А ну ты видел, дергается. С золотого на серебряный. Как-то долго это все было дело. Ну, бастет, офигенно. Что-то как-то хочется вроде вместе пойти на лайн, но вроде им жопа будет, если не пойдут вдвоем. Ну да. Ну что ж, будут в общем... в лес в сторону вдвоем, ничего нормально. Не, ну просто я вот думаю, как они лайны будут держать. Вот они там, Геркулес с Тором стояли. Ну я с Тором точно пойду. Пусть сами формятся. Ну. Погнали налево. Ну, направо. Не привык направо ходить себе. Ну. Я тоже хочу хоть раз направо сходить. А то все налево, то налево. Ну а хули там справа неинтересно. Скучно, все время одно и то же. А слева разнообразие. Все. Блин, какая классная песня. Все. Торт отказался. Идеальнейший человек тот, который написал для Aldno Zero эту тему основную. 11-я вообще классная серия. Я чуть не офигел. В конце, я, когда... я аж три раза пересмотрел концовку. И последний буквально секунд 15, когда принцесса выдала, да? Да, выступала. Слей наш попуш. Да, он такой сразу. What the fuck? Типа такой начинает распинаться. Рыцари, покажите им свою мощь. И тут это такая хопа. Все, перемирие. Я становлюсь королевой. Я женюсь на этом. Выхожу замуж. Ай? Более дед ее не ликвидный уже. Все. Да, деду капец. Такой приятен унес. Ну, его уже глюки там. О, внучка, это ты. Ах, как подросла. Ну, маразм у него уже реально. Ну, он уже при смерти. Да ему же хер знает сколько лет. Да, он же этот... Слушай, чем мы пак не идем забирать, ё-моё. Чувак, действительно. Мы чё-то попутали. 20 секунд времени. Да, еще нормально. Да ты меня, блин, заговорил опять. Aldno, Aldno. Заебал. Кто все это начал, да? Давай ты затанчишь по-братски. Чё? По-братски затанчишь, окей? Сань, ну давай. Сам. Значит, придется недолго. Анубис, он, сука, такой. Мощный. Закидает говном. Так, а это же пачка первого набора. Ману забрать. Да они второй берут пак. Так они только-только забрали первый. Мы первый сразу. Блин, лужи немного криво кинул. А у нас кошка и Посейдон. А, да, они на туре только. Блять, я не смогу от Посейдона упрыгнуть. Да, у меня вообще скейпа нету. Я не могу из лужи просто прыгать. Я знаю.
меня вообще его нету, эскейпа. Да ничего, я или иду умирать, или иду убивать. Кошка пошла заходить к нам, слышь. Пошла. Опасная кошка. Сейчас стопну. В смысле? Откажешь? Заебал пиздец, да. У меня ульта есть. У меня нет. Нет. Мы сможем их чмокнуть. Давай Посейдонычу. Посейдонычу, ну. Вот, блять. Вот кто тут постоянно хватит. А ты зря это выпендриваешься, кошка. Зря. Очень даже зря. Ты Посейдон, ломай, Саня, ломай его, ломай. Да нечем, я проебал все свои прыжки, блядь. Сейчас только... Надо было ему сломать череп. Сейчас, 3, 2, 1. Есть. Ух! Тупо не успел выпрыгнуть, он мне лужу поставил, понял? Так бы убил его нафиг. Да я руками промазал, прости, бро. Да не в том дело. Надо было мне сначала прыгать, а потом, короче, это... Кидать дорогу. Всё дело в кракене. А я решил, короче, сделать как надо. Сначала решил прыгать. Немножечко отсосать у кракена, я понял. Не, я решил комбу делать правильно. Сделал. Ну да. Сейчас Афина то разберет. Правильные пацаны делают правильную комбу. Да Афина там двоих уже забрала почти. Просто это правильная комба, не красивая. Там сначала надо кинуть дротики, а потом прыгнуть. Красивший, конечно, наоборот. Прыгнуть, ворваться, кинуть дротики и съебаться. Я готов ноги бать. Кис. О, кис. Вискас. Не, ну мобов я буду сносить с одного этого. Слышь, давай я буду держать лайн один, иди к этим дебилам. Там нет никого. Куда кошка опять пошла? Хочешь умереть, иди сюда, кис. Не, я мог бы сейчас попробовать окопаться в деф. Потому что смотри, пак я могу сносить вот так вот по изичу. Ты видел, да? Так, спасибо, ты меня заебал. Блять, херенно, о, никого вообще. Ну, ебать, как? Опять краки. Ай! Где отсюда Афина? А, тут еще один. Афина. А, тут Афина. Давай ее поймем. Че, Посейдона не забрали, сюда. Да? Забрали всех. А, забрал ты Посейдона? Конечно, я там лужу кинул. Кошка тоже сдохла. Афина ДПшится. Кошка первая сдохла, Афина. Охренеть. Посейдон. Да нет, она не первая сдохла. Посейдон сдох вперед. Ломаю. Я чуть не обосрался, такой замес был литой. Так, вообще. Еще где-то Артемида. А, она вон на том лайне. Хорошо, что это. Хорошо, что у меня вампиризм. Mm-hmm. Меня очень дикого перизма засейвил. Блин, сейчас башня начнет парить. А-а-а. Валим. Давай, да давай, нет, Саня. Давай. Я не успею. А, не спушил. Да? Конечно. Ну я сейчас допушу. А, нет, спасибо. А что-то мне как-то стрёмно оставаться тут. Блин, на один выстрел остался. Крип, допушьте. О, наш Джиггернаут. Сейчас он допушит. Да, он сейчас точно покажет им. Кузьки на мать. Да хуй там один удар остался, блин. Держи лайн. Стоп, а эта херня дает регенерацию? Она не дает. Тебе в жопу волна. Да чё ты прикалываешься, Посейдон? Ты просто изичный. С ней со мной это просто кусок говнеца. Блять, у нас же портал есть. Чё, я пешком запутался. А, я тоже сейчас лужу херню сделаю. А, прям в лужу вылез, блять. Пусти. Сейчас погодь. У меня маны нет. Кошка пошла в задницу. Берем. Я иду их ломать, Сань. Ты ой. Сань, я сейчас к ним прыгну. Блять, ловлю это... Посейдона и ломаю его. Блин, не сломаю, прикинь. Сломаешь. Да кошка меня сломает, тварь. Не, на тебя. Нет, ломай. Саня, ломай. Попадай, Саня. Саня, нет, не попадешь. А там он. Откуда? Афина, а, Афина прыгнула. Ну да, ты бы в любом случае сдох. Кошка, сука, конечно. Ладно. Почему же Гернаут еще не спушил? Что ли? Он спушил. Че, бабки не пришли особо? Пришли. И сразу его снесли. 200 голды. Ну, за башню так и давить. Чтоб придурки Джиггернаута их не умочить. Это гребаная кошка, она что-то обнаглела, надо ее забирать, походу. Right,
Сейчас я мощь возьму, если она есть. И выебу кого-то. Налево. Вообще пошли налево гангать. Так, заберу здесь, а то они нашу башню начнут ебашить. Сейчас они меня словят, я чувствую. Или не словят. А, не, вон они все. Они все там. Просто там все. Идут сейчас ульта через 7. Да, сука! Вы прикалываетесь, что ли? 2, 1. Да они все на лалах ушли. Все тупо. Все на гребаных лалах. Минус 2. Молодец. Ты ж моя лапочка. Awesome. вот оно чё, Михалыч. Если бы ещё и Посейдона словил бы за яйца его, рыбьи, за жабры, сейчас мы условим. Аккуратно. Сань, аккуратно, не-не-не, Сань. Я знаю, что ты, блин, плавно очень катай. О, это да, это минус. Так, это сука, вали отсюда нахер. Четкий тор такой. Чёрт, нет, боже. Лепкорни. Ах! Сука, я съебался вообще по красоте. Царапки, сука. Да, их там что-то до хера становится. Я на базу. Я на крополе вообще. Афина у них походу в разум. Что она бьет больно тогда мне. Не, не в разум. Нет. Значит, не она меня тогда била. Магическую защиту, чувак, от тебя защищаются все. Да, кстати, у нас только я бью магией. Да, да. Ну, значит, было бы логичнее физику собрать. Хотя, в принципе, ты можешь шотнуть культой, но нет. Ебаный торт со своей стенкой за. Сдохни, тварь, задолбала. Тор заебал, я урезался, думаю, что за хуйня против. Тор молодец, ты что? Тор вообще молодец. Я причем. Ай, кошка, зараза. А. Я сыпал. Не, я сдох. У меня же эскейпа нет. Блять, у них все на крополях. Валите, валите все, да, да валите, валите. Ну, в жопу. Тор сейчас инвалид сдох. Повыпендривается. Что он, блядь, делает? Он реально хочет умереть, смотри. Он просрал даже эскейп свой. Идеальный Тор. Ладно, я лучку убил. Тоже там. Тор еще ультует в них, смотри. О, дебил, еще прям. Да нет, смотри, нормально тоже. Да. Да я тоже эту херню видел. Жестко. Красава. А куда кошка делась тогда? Свалила. Так, блин, джаггернаутов нету, это плохо. Давай центрального заберем. Да, давай сейчас. Нахера тебе, Геркулес, мана, ты что, идиот? Дай мне ману. Спасибо. Спасибо, Тор, ты про. Вообще. Я от него хиляюсь хорошенько. Люблю тебя, Пуся. Это мажет больше, но я хиляюсь хорошо. А, блядь, кошка сейчас идет. Прыгай назад, шли. Да, у меня яд ее убил. Ну, Тор, слови. Джаггернаута проебали. Ебанутая. Проебали Джаггернаута. А, я хилился. Ух. Камешком по ней попал, но не убил. Лол. Я захилился больше, чем она вдамажила. Давай, Афин, иди ко мне, малышка. Ох, красиво. Есть. Блять, Посейдон, иди нахуй. Блять, они убили, короче, Джаггернаута. Ты бы видел, как от Немезиды я выжил. Охренеть просто. Я хотел кошку вообще убить. Ульта просто с вампиризмом так дико тащит. От Артемиды? Да, на меня убить. У меня остаются лалы, я выживаю. Ты в запись посмотришь, ты охереешь. Ой, вообще такой жесткий мазафака и кэкшоновый. Да. Да, сборка меня вообще радует. Вообще. Блять, бейте Посейдона, а не Джаггернаута, идиоты. Джаггернаута всегда успеем. Ну да. Толку сейчас Джаггернаута бить. Надо им череп ломать. Чё-нибудь такие тупые. Я иду. Ну, теперь можно и Джаггернаута побить. Да.
что, сыка нам подходить, когда мои пола летят в вашу сторону, да? Да им насрать. Во-во-во-во-во-во-во. Слушай, могу их как попасть. Ёбаная Афина. Кратен. Да. Я прям в центре Кратена оказался. Меня еще и Афина как-то убила. А, блин, вы уже все сдохли, а с кем-то воюете. Один Геркулес. Не. Давай Геркулесина. Дефейн. Он кабан такой, пумба. Афина четко с Посейдоном сработали. Она заагрила, и Посейдон четко Кракена прям в центр пустил. Да-да-да. Чего не Да пошел в жопу со своим мачом. Жеми. Вот нет, подойди, да. Сука. Тебе что, сыкотно, да? Не, Афину бить. Нет смысла первый. Оу. Чем делает? С икуном. Наш Джаггер левую башню скушал. Тор не страдал херней, нормально. О! Слышь, Афина! Я слышал, у тебя маг защиты много. Слышь. Сейчас сваливать будет. Давай подеремся, тебя ж много. Да чё я все время промазываю? Какого хрена? Пошла в жопу. Спаси меня, бро. Да блять, нахуй ты оттолкнул от меня. Ой, я все равно автоатакой убил. Охренеть. Я просто божество. Логично. Я божествее всех божеств. О боже. Что это за дерьмо было только что? Видел некоторое дерьмо? Да. Особенно кошка. Вместе с Афиной увидели такое некоторое дерьмо. Жесть просто. Что там происходит справа, знаешь? Понятно. Геркулес, спасибо. Справа, Геркулес. Точка идет. Тор фиданул, вот что там происходит. Так, я собрал посох, это вообще будет разрыв очка. А, ну все, это все, мы сейчас с Геркулесом им ломаем черепа. Давай, Герыч. Герыч, давай. Герыч, молодец. Прыгай, ублюдок. Это кошка, она к нас валит сейчас. Вака-вака. Блядь. Герновато за такими лолами убежала. Да отъебитесь, кошки, блядь. Мне все равно не убьете сегодня. Куда ты собралась? Какие рывки нахрен? Вот тут, вот и все. Я ж зарычал. Ты же Герновато заберем. Да блядские путы повсюду. А он уже сдох. Кого? Он уже вот воскрес. Да не, я думал, ты о вражеском. Нет, блин, там кошка этом... вообще на таких лолах ушла, на дичайше. Фига от хил у меня с него. Я этот влетел такой, Тор. Так, я хочу мощь. А, нет. Ты мощь забирал. А, вон кошка. Я забрал мощь. Киса. Так, вы ее там мутите на секас, а я ее добью. Вон она все пришла. О! Хрена она там мансует? А, она сдохла? Я ну как? Разжарил. Он, спасибо, как-то она приперся. Она как-то с задержкой сдохла, странно. Сейчас он тебя выебет. Попробнее. Не, только не это, да? Сейчас давайте я ультую, короче, вперед под башню. О, я ее. Я ультанул. А там мои царапки сейчас заедут в Афину. Я не полезу. Заебал, да. Да Герыч хотя бы должен лезть. Сейчас Кракен подплёс. Ай-яй-яй-яй-яй! Жопа-бо-бо-бо. Быстро нашего Джаггернаута. А! У меня покушение. Иммунитет... А, у меня же иммунитет точно. Блять, ёбаный Кракен сейчас полезет. Да, прям на меня. Да ну чё ж мы такие, сука, стеснительные, ёбаный Геркулес. Задолбал. Сейчас его нельзя было нам ворваться. Это Геркулес, типа, надо собрал. Фига, он все равно не дамажит. Ну чё ты не добил? Чё он не добил? Да кого он добьёт, я тебя валяю. Вон там одна еле живая, Афина бегает.
Да он отсосет. И все равно не убежит. У него нету атаки. Чем у тебя дамажит? Он лох. Тупорылый лох. Я не знаю. Если бы он заинициировал бы первым, я бы их убил. А теперь убили меня, зафокусили всеми, блин, херовинами, и отсосал. Забили его все-таки. Долго они его пород пинали. Дебил, в общем. Еще тот. Вот так вот тащишь в бои, а какой-то даун один сливает. Не дыши, микрофон. Вообще не дыши. Окей. Идем по правой стороне. Долбаный герак. Ладно. Я буду держаться подальше от этого всего дерьма, то есть за вами. Я просто думаю, мы немножко посмелее, а не просто как целки какие-то. Не, ну это ты рано, да? Геракль уже просрал свой этот. Сейчас просто фидануть может и все. О, хорош, кого-то словил, не знаю кто это. Это Афина была. Да ты ебала лучка. Сука, добейте ее. О, Тор молодец. Тор сверху рухнул. Да лучка, сука, представь. Ебаный кракен, блядь, двоих с нас с тобой сразу положил. Но он меня не положил. Меня лучка еще ультовала, не забудь, и стреляла мне. Я ее почти убил. Я Афину убил. И лучку почти убил. О, да, мы так и соснули можем. Башню спушили. Со. Блин, нахера я это собираю? Мне бы на КД что-нибудь. Вообще, чтобы было дикость. Пока я не знаю, что на КД тут есть. Средненькое, тут уже все жесткое на КД. Дефы разве что. Да, скорее дефы и соберу. А ну пошли нахуй от нашей башни, пидорраски. У них как физм, так и лак есть. Да нет, а башня пала. Я сегодня проебошили, блядь. По-дикому просто. Пучка, ты давай это, не путай, понятие. То, что ты меня стреляешь свою ультой, и то, что ты меня можешь один на один убить. Давай, детка. Ну там Геркулес за кошкой гонялся. Да, чувствую, мы реально отсосём. Да и все, они теряются на базу. И мыши, как мыши спушили, это для них огромнейшее достижение. Поэтому с них хватит. Я вижу, но я пока дойду. Ёбаная кошка. Вызвала кошаков своих, я сдал. Давай, лучка, давай поговорим, давай. Что случилось? Кракен. Куда я поставил ту херню? Я должен был под себя поставить руки, я бы выжил сейчас от вампиризма. Ёперный театр. Геркулес вообще бесполезен. Так сосать-то любите. Я убил лучку. Я дрался с двумя. Что сделали вы? Херенное кино, блин, смотреть, как Хералку ебут. Втроём. Че идиотский. Бесполезный персонаж. Это фановый персонаж. В этом режиме он нахуй не нужен. Эх.
Да уж. Нас теперь перекачивают какие-то бомжи. Гребаные. Ну да, если бы вы так по 50, по 15к взяли, как я, было бы заебись. У них и то нету столько, как у меня. И нас перекачивают, получается. Да, сука, ебаная кошка. Ни разу мне не попал. Натальная кошка. Блять, эта дура со своими корнями. Ебать! Как ты? А, кабанчик выстрел. Кабанчик. Не, кабанчик сдох. Там был кабанчик, ебать. Нет, дамаги уже слишком много. Все, можно сдаваться. Я наигрался. В Лите Тор и Геракл бесполезны. В Китае они и так были бесполезны. Что скажешь? Thinking ahead. Были, конечно, классные моменты, но не затащить. Конечно, если враг сейчас тупо сольется, естественно, можно всегда на тупости врага сыграть, если играть до конца и спушить его, но... Есть такое понятие, как желание играть в этом бою или нет. Для меня победа не главная. Для меня главное получить удовольствие от боя. Вверху лес где-то ходит. Скоро дается. Не любят фокусить. Тор, блядь, ну что ты делаешь? Бишки, надо вообще под Фениксом сидеть. Вот ляски правил, прям в середине. Блин, я его хотел словить, но не успел. Не, Сань, не хочу этот бой играть. Зан, ты нажимал за? Это ебанутые люди, блядь, сливаются по одному, а потом что-то пытаются сделать. Репортом кинуть и блок, и все. Это бред какой-то. Охереть, ты дура еще. Был Феникс засчитала это. Да, это ГГ. Хотя без ДД. Все равно разъебут все. Обидно, главное. Были бы наши сопартийцы хоть лучше ебучих улиток. Мозгов у них было бы хоть немножко, блядь, побольше. Было бы вообще изи-катка. Потому что меня, блядь, перекачать до сих пор, по-моему, никто не мог. Да, меня вот Бастет только под конец перекачал на сотню. Почти на 200. Все. Меня перекачать никто не мог. И киллов, блядь, столько нет, как у меня. Угу. Надо же, блядь, так проебать жестко. Ну, идиоты. Да, и Геркулес еще и линул под конец. Животное конченое. Не, ну это, блядь. Да. Такие люди заслуживают блока. Жопу этих ублюдков мы отправлять.